Алина Верблюдская училась дома. Я же нервничаю. А, да? Нервничаю. Вау, вот это да! Вот это да! Я тут буду? Да. Все как, нормально? Да, вообще.这和二哥一家带大女儿阿丽娜进城报到上学是一种什么样的体验呢？事情是这么回事，结束了漫长的暑假，二哥家的三朵金花也要开学了。这回还有特殊情况，那就是大女儿阿丽娜已经完成了小学初中的学业，接下来就要去城里上学了。经过和二哥一家的沟通，阿丽娜就暂时住在我家了，这样平时还有一些照应，等她上大学之后再考虑出去住。ребята, доброе утро. У нас сейчас время почти 8 часов утра. Мы все собрались, приехали к Алёше домой. Сейчас мы поедем все вместе в Иркутск. Сегодня мы почему все вместе поехали? Потому что у Алины начинается, ну и вообще в России начинается учебный год. У Алины начинается учеба. Она приедет к нам в Иркутск, будет у нас пока жить. Мы пока здесь будем в деревне, а она у нас дома будет жить. И учиться будет, ездить на учебу на автобусе, на маршрутке. Вот сегодня мы все вместе поедем, все посмотрим, все покажем. Вот, 等到了城里，我们看距离报到时间还有一会儿，二哥二嫂就决定带孩子们去中国城买点衣服，准备开学穿。咱中国城里的衣服就是便宜啊，我看他们挂的那个基本都是一百两百的，没有特别贵的，怪不得他们都喜欢来中国城买东西。你像是他们的商场里最少得翻两到三倍，三个孩子都想买裤子，他们还都喜欢牛仔裤，他牛仔已经先得到一件衣服了，然后现在是秋莎和阿丽娜还没有买到。哦，秋莎找到一个牛仔裤，可惜呗。大家看看秋莎这条裤子，我刚才还以为挺便宜呢，然后大帅跟我说这条裤子2300卢布，2300卢布感觉也不便宜，就是挺高兴的，得到一条新裤子。阿丽娜也买到了，阿丽娜买的那个腰有点紧，然后她妈妈说紧，然后阿丽娜特别喜欢这个，她说没问题，买衣服小分队继续前进。就是这种感觉和我小时候特别像，小时候那时候没钱，然后也是去这种大市场，然后爸妈带着，然后去这种大市场一个摊位一个摊位去买衣服，那时候也贵的也买不起，只能买便宜的。大家看看这小棉服，给秋莎挑这小棉服都不贵，基本上都是100多200多，大家觉得怎么样？挺好看的，我的私人买衣服挺有意思的，就是试一下 OK 就 OK， 一点不拖泥带水，也不讲价，多少钱就多少钱。这一件秋儿这件已经买好了，二嫂给它装起来。这给三多金花都买完衣服，时间也就差不多了，我们就赶快驱车来到新生报道的地方。你还别说，已经有很多高中生在这里候着。这个就是老大报道的地方，门口现在已经有很多的学生了。刚才和阿南了解了一下，老大就是他上这个应该属于高中或者中专，他上完这个高中中专，然后他再上大学，就是说还没到大学那个年龄呢，他现在只是属于具体叫法不知道，他可能属于就是叫中专或者高中，然后上完这个再上大学。感觉他们都比阿丽娜大呢。这我听懂，就说那个阿丽娜小。对，他们可能是上大学，他这还没到大学那个层级。对对。啊。刚刚问了，上三年，那就是高中或者中专呗。对，上完三年然后再上大学。对对对。他年轻也是。他小时候就是旅游管理嘛。嗯，秋莎以后来不来这边上学？那是秋莎，我都没为，都是为了公司搞么武器吃的。为啥？他就。这在外面候了一会儿，也到了进场时间。我们九个人啊。这大家庭九个人陪着一个孩子来上学，好像其他都是个个来的，自己来的。对，其他都自己来的，咱们这一大家子啊，咱们在外面等着吧。对，咱在外面等着，让他们进去吧。啊，老大非得让我进去记录一下他们这边这个，我有点社恐啊。给大家看看俄罗斯的高中生是怎么报到的，好多人。这里是这个报到大厅，然后人特别多，估计都是来报到的。
然后吧，就我一个中国人，阿南又没进来，我现在可紧张了。给大家看看他们这边的环境，学校的环境。其实今天所谓的报道就像一场开学典礼，所有高中生齐聚一堂，然后一位类似于教导主任的老教师在那整整的讲了一个多小时。因为里面比较挤，我就没进去，所以表哥也成为了里面唯一一个听不懂俄语的中国人。那是整整硬控了一个多小时啊！等典礼结束也到饭点了，我就拉着大家来到了一个中餐厅。二哥二嫂吃了这么多顿我做的狂野中餐，也该让他们吃点正经的了。二哥第一次在城里吃中餐吧？对，二哥第一次吃中餐。二哥说，终于吃点像样的中餐了。对，以前全是阿南做的。这一会儿吃完像样中餐，说阿南你做的不对，味道不对。以后你做菜再不吃。阿丽娜，俄罗斯口叫妈妈，你别乱。啊，я переживаю. Видишь, нервничаю. А да. Нервничаю. И так волосы седые. Ну я хотела бы писать. А ты счастлива? Счастлива, что она живет. Ага, бедная, заплачет. Вот я уверена, она сегодня вечером придет и уже грустит. Она грустит, она на ляжет теперь. Ответственность за нее. Да. А вас пока дома не будет, она будет на нее прикольно. Алина через месяц доедет, мама в больничке будет. Она начала.这聊着聊着，菜也开始陆续上来，奔波了半天，大家也都饿了，话不多说，直接开炫。你别听。Нет, кровь. А, это запеченная кровь утки. Да, ну? Не дошло. Да я. Хай тяг. Тон хай тяг.Отовсюду видеосъемки. Ну, дай вот опустошил чашки есть. Дэн ци ван зун цан.就到了今天的重头戏，那就是带着二哥参观我的新房，同时也安排好阿丽娜的住处。哇，我的妈呀！我的妈呀！二哥又戏精附体了，又说不了。我天，咋这？нет, то, что машина стоит, это ничего. Надо было ночью выгонять. Вы сразу вот так. Ну, это как его называется? Так, как нас сказано. Тут в гараже можно жить.希望你好流水。Здравствуйте, можно? Да, можно. Вы тут в таких тонах классно. Стол какой. Стол большой. Вот Даш, нам вот этот стол ты нам отдашь?Yeah. 对，这简单的参观了一下客厅，我家小妮子就迫不及待地给二哥一家介绍起了我们的地下阴影。ступеньки классные. Прекрасненько. Вот это кинотеатр, а здесь большая гардеробная. Класс. Блин, здорово. Да, очень большая. Тут что такое? Гардеробная. Такси. Видишь? Видишь? Два. Так, два. Один вариант, другой. Да. Я узнаю, походи, скажу. Да, да, мы их так бы заберем. Пошла вон из моего. Мы так все заберем. Здесь вот открывается.Вам надо нас в гости как-нибудь позвать. А почему, Миша, мы еще кино не смотрели? Да мы еще сами не смотрим, не включаем ничего. Нету времени. Все тлево, не тлево, не тлево, поехали. Ну пойдем дальше. Я остаюсь. Это был первый и минус первый, а сейчас будет второй. Сначала сюда. Я сейчас буду сплавать на нас. А эта комната, ну, детская здесь сейчас, в соседей жена. Нет, тоже большая. Вот это включается. Классно, тут два, да? Двухспалка. Мне кажется, и пусть она будет пока. Конечно. Даже когда ребенок будет, мне удобнее будет. Типа тамбура и туалет, получается, на первом этаже.参观完前面，我们也是带着二哥来到后院，这也是阿丽呢要住的地方。好嘛呀，对，去房间就坐那里头。啊，
Опа, а ты бы видел баню саму? Там подсветка еще. Там вообще... Ого! Ну как так-то? Тут правда жить можно? Я же говорю. О! Я тут буду? Да. Ничего себе. Все как? Нормально? Да, вообще. И холодильник, и кухня. Да, туалетом, душем. Миша, срочно затапливай баню. Алина, а я тебе что говорила? Я же говорила, у тебя своя кухня. Может так попивать вино ночью? А где Тиму?先看三大宝，他最爱。一般男的都特别喜欢。我过去看。还聊啥？啊？哦。все, пошел я париться. Давай. Ага, все. Я специально тебе покупаю. Шанси вообще молодец. Здесь окно большое, света много. А-а-а. 这参观完我们的新房和阿丽娜住的地方，二哥二嫂也是可以放一万个心了。Все, сейчас не переживайте, что как Алина здесь не переживает. Успокоились. Да, успокоились. В этой крепости, правда, можно не переживать. Потому что даже все объяснить им, где автодобс. 这安顿好大女儿的住所，二哥二嫂还有另外两朵金花，也该和阿丽娜告别了。乱了。Всего доброго. Все, пока. Пока. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Пока, пока. Пока. Приезжайте, пусть и девчонки нам. Приезжайте, будьте к нам. Ой. Скажи, пусть приезжайте, пусть. Пока. Пока. Самое то, чем забыл. Ты что, плачешь? Да ладно, на неделю уже чуть-чуть. Все, Алина, короче, мы по-французски. Все, давай. Обнял, поднял, приподнял, покружил, отошел, уже скучаю. Первый раз мы так далеко, да? Пока, пока.看到这个场景我还是非常有感触的，在我上小学的时候就开始在外面住宿了，那时候县城虽然离家只有100多公里，但由于交通不便，我平时都很难回家，每年也基本上只有寒暑假才能回去和父母团聚，其余的时间都住在县里面的寄宿家庭。所以今天看到二嫂和大女儿的离别，我就想到了小时候的自己，我是很理解这种感觉的。不过好在现在交通便利，老大要是想回去每周都可以，并且我们也不是外人，住在这里就和家一样，我们也会好好照顾阿丽娜，让二哥二嫂放心的。